Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю обзор на вот этот прекрасный альбом для наклеек из Dixie. Называется «Смотрим динозавры». Еще я была в самом магазине. И вот за определенные товары я получила вот такой набор с наклейками. Там одна фишка. Если вы соберете 20 таких фишек в специальный альбом, вы можете подойти на кассу, показать его, и вам за 1 рубль дадут очки виртуальной реальности. Давайте рассмотрим альбом, а потом уже откроем вот эти наборы. Ну, вот на первом была у нас изображены вот такие вот очки. Вот на мальчике, вот они как раз будут за рубль. Динозавр сам. Ну, это там надо вставлять телефон, скачивать какую-то программу, вставлять вот какую-то из наклеек, что ли, чтобы видеть динозавра определенного. Ну, тут написано «Смотри, динозавры», альбом для наклеек, Dixie магазин. Написано «Собери коллекцию из 100 наклеек». Так, вот внутри. Здесь надо написать свое имя. Здесь вот динозавры изображены всякие. Так, вот дальше. Тут показано, как вот пользоваться вот этими очками виртуальной реальности. Динозавры вот всякие. Вот на другой страничке уже начинается идти вот ряд мест для наклеек. Вот тут даже показано, где эти динозавры раньше обитали. Вот тут. Были они где. Вот тут. Вот. Так. Вот тут еще есть. Очень много тут страниц. Мы посмотрим каждую. Поставьте лайк, если вам нравится этот альбом. Вот, тут сценочка. Так. Дальше. Вот такие динозавры, такие злые, это уже хищники идут. Так. Дальше. Тут всего таких вот мест стол должно быть. Так, вот тут, честно говоря, я даже не знаю, что это за страничка. Наверное, тут, я не знаю, какая-то игра, что ли. Я даже не знаю, честно говоря. Так. Вот здесь продолжение. Тут морские вот всякие динозавры. Еще динозавров много. Так, дальше. Ой, как тут много наклеек. Очень много. Так, давайте дальше посмотрим. Так. Вот тут какая-то игра. Тут тоже, наверное, надо, я не знаю, карандашом вводить, я не знаю. Вот такая вот игра. Дальше. Вот такие тут динозавры. Так, и последняя страничка с вот такими большими динозаврами. А тут что у нас? А, ну тут у нас показана вот вся коллекция вот этих наклеек, которые вам может попасть вот в таких пакетиках.
Ну что ж, а давайте теперь откроем пакетики и узнаем, кто нам попадется. Первый пакетик. Так, кто там? О, мне попался динозавр, вот такой вот, который летает. Еще мне попалась вот такая половинка динозавра. Вот мне попалась вот такая вот специальная, я даже не знаю, карточка, что ли, с помощью которой можно смотреть динозавров. И одна фишка. Давайте положим. Так, следующий пакетик. Так, вон там уже вижу какого-то динозавра. Вот фишки. Вот тут тоже половина динозавра. А вот это карточка, чтобы смотреть. Это еще одна наклейка, которая нам попалась. Я их разложу, я не знаю, хватит ли у меня места на их всех. Я буду даже на альбом отодвигать сейчас, вот аккуратно разложу. Так, судя по тому, сколько у меня таких пакетиков, вот я их буду клеить потом, а покажу вам это в следующем видео. Давайте откроем пакетик еще один. О. Так, здесь вот половинка динозавра. Так, наклеечка. Вот какие-то там динозавры. Ой, нам попался вот такой вот динозавр. Карточка, наверное, чтобы смотреть. Положу сюда пока что. Так. Откроем еще. Ой, здесь нам уже какой-то другой попался динозавр. Жалко, что еще пока никаких вот собранных не попалось. Вот еще, чтобы смотреть. Летающий такой динозавр. И половинка. Так, откроем еще один. Так, кто же тут у нас? Кто? Ой, аккуратненько достаем. Сейчас. Так, подождите-ка. Посмотрите, мне попался полный динозавр, у меня теперь есть уже одна наклейка собранная. Я ее положу вот сюда, чтобы было вот красиво, вот так вот. Вот динозавр. Так, вот еще одна наклеечка, очередная фишка. Так, это чтобы смотреть динозавров. Так, положу вот сюда. И вот такая наклейка. С таким динозавром. Так, дальше. Так, кто нам тут попался? Тут нам попалась вот такая же наклейка, как и была. Я ее положу на нее. Потом мне попалась, ну, такая же фишечка, лапочка. Попался вот такой страшный динозавр. Надо его вот сюда положу. И вот, чтобы смотреть динозавров, вот такой водный. Так, давайте откроем еще один вот этот вот сюрприз. Вот он. Давайте. Опа. Оп. Ой, как-то не очень хорошо. О, все. Вот, все. Все, так. Берем, открываем. Ой, фишечка. Вот такой вот динозавр, чтобы смотреть. Вот такой вот красивый. Так, у меня тут половинки динозавров попались. Вот сейчас вам покажу. Вот. Вот динозавр. И подождите-ка. Это не соединяется? А, да, это соединяется. У нас еще одна полная наклейка. Давайте ее вот сюда вот положим. Это уже хорошо. Откроем еще одну
упаковочку. Знаете, кажется, я вижу, что у меня еще собралась одна наклейка. Сейчас фишка, ее положу. Ну, так. Вот это надо смотреть. Динозавров вот такой вот. Вот сюда. Вот посмотрите, вам не кажется, что я собрала еще одну? Посмотрите. Да, я собрала еще одну. Так, давайте положим. А вот этого динозавра сюда. Мне еще попалась вот такая вот половинка. И, пожалуйста, ставьте лайк, если вам нравятся такие крутые наклейки. Давайте положим вот сюда наклеечку. Так, еще один пакетик. Так, мне вот попались такие вот динозавры. Красивенькие. Я их положу уже сюда. У меня даже уже на столе места нет. Так, мне попалась вот такая же вот, пожалуйста, да, фишка. И вот такая вот половинка динозавра. Пожалуйста, сюда. И остался последний пакетик. Давайте посмотрим, может, у меня еще будет одна полная наклеечка. Я не знаю. Так, достанем. Так, положим вот сюда вот фишечку. Вот это, чтобы смотреть. Вот, я не знаю, вот сюда что-то положить. Так, посмотрим. Больше у меня никаких собранных нет. К сожалению, нет. Еще мне попался вот такой динозавр. Это было все. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.